Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. А ну руки на стол. Б. Я ору, господи. В. Возьми. Блять! Г. Давай считать, сколько за это видео скажу слово блять. А это я нахуй гантелями управ... Д. Да блять! Е. Слышь ты, блять, хуесос. Ю. Осуждаю полностью эти слова, это было давно. Тогда правила не были включены, и я несла все подряд. Я извиняюсь за свои слова в прошлом, я не поддерживаю эту точку зрения. Твою маму, блять! Ж. У этой бабёнки нет жопы. И что? З. Заебумба. И. Интимные услуги не по моему адресу. К. Как её открыть? Бля! Л. Можете мне поподробнее рассказать о ласке? Просто я вообще о ласке ничего не знаю. М. Мэйби, бэйби. М. Так и знала. Не ругайся, мать. А? Не ругайся. О. Я обосралась. П. Р. Рама, у тебя, походу, нет трикопитейтера. С. Сиськи. Т. Вы у меня волосатый. У меня пизда такая же, когда я не брею. У. Ф. Олды тут? Олды тут? Х. С. Чем целкой выставляться непорочно. Ч. Ша. Я шалава. Ща. Это неправда. Трусы, капец, олды, где вы? Твердый знак. И. И. Улыбочку. И. Мягкий знак. Э. Это самый хуёвый кактус в моей жизни. Я. Пацаны, я подавилась. На самом деле, мемно. Вы говорите, что Алоха заказал себе сигареты через такси. Посмотри, пожалуйста. Даже знаете ли на это. А вот. В каком же я тильте, нахуй? В каком же я тильте? Я вышел на... А что, 8 минут будем это смотреть? Улицу? Я вышел на улицу. Знаете зачем? Я прошел до киоска, чтобы понять, что он закрыт. Я дошел до самого конца, я дошел до киоска, а он закрыт. Да? Это пиздец. Я сижу без сигарет. Я, блядь, вышел на улицу. Первый раз за, блядь, 2 недели дошел до киоска, а он закрыт. Это пиздец, я не знаю, это такой пиздец. Это вообще... 10. Так, короче, я закрываю экран и пишу моему соседу, если у него мама, у его мамы сигареты. Где он? У меня вообще друзья. Мы с ним когда-то общались. Блядь, он был в онлайне 4 дня назад. Это пиздец. Доставка сигарет в городе Харьков. Вызови такси, попроси его купить. А так можно? Давайте попробую. Типа что, мне начали вызвать? Подожди. Комфорт, комфорт плюс. А он, извини, у нас в Москве, в Харькове нет комфорт плюс комфорта. В Харькове вообще нету выбора. Только эконом? В Харькове только. Серьезно? Просто можно вызвать машину и все. Даже без выбора, блядь, какую. А почему? И там каждая машина, блядь, в 100 раз хуже, чем самый паршивый эконом в Москве. У мамы зашла денег. Может, она мне заначку оставила? Бля, если скажет, иди нахуй. Рам, ты спишь? Рамиску уснул, ребят. Еще мне как-то орать даже не хочется. Я слышу, храпит. Тут вы не слышите? Ладно, давайте сразу потише будем. Так а что? Так, это же для него изи вообще. Он же просто привезет. И все. Что, я заказываю, короче, машину. Такие случаи очень редкие. А как мне говорит, здравствуйте, короче, я заказал машину только для того, чтобы мне привезли сигареты. Можете ли вы мне, пожалуйста, купить сигареты, везти меня никуда не нужно? Так надо говорить? А куда мне, блядь, ставить точку тогда? Ладно, все, давайте. Все, я так и делаю. Мне похуй, я хочу курить, пиздец. Все, ставлю, у меня есть Uber X и Uber Select. Он вроде не курил. Что это он забил? Минималка, кстати, 60 гривен для Харькова, это пиздец. Я уже смотрела. Он не берет трубку, я пишу смс. Я вырубаю не потому, что, чтобы не было мемно, потому что он вдруг скажет случайно мой адрес, поэтому я не беру.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вызвал машину. Блять, так будет слишком дерзко. Я пишу так. Не могли... Кто-то долго так же заказывал такси с сигаретами, как Илья. Бы вы... Он обещал бросить, когда в Харькове будет. Он обещал бросить, когда был в Москве. И он бросил, когда был в Москве. Он не курил в Москве. Пить сигареты. А, к сожалению, водитель отменил поездку. Ну и пошел. Он даже... Я ему даже не написал ничего. Типа, ну, он отменил, но я ему ничего не писал, если что. Вот. Можно ближе к делу? Ты пиздец. Так, он ответил? Как друзья разошлись, конечно. В хороших отношениях, ребят, почему? Прочитал. Давай, Дима, давай! Дима! Он ничего нет, он даже не пишет, блядь. Ну, Дима, ну вот видишь, только не отменяй поездку, чел. Ну, Дима! Ребят, ну ответь мне. Он пишет. Мне кажется, он очень сильно переживает. Давай. Отменил поездку. Мне похуй, я буду по КД заказывать. А почему таксистам так тяжело в Харькове купить, типа, сиги? Поехали, новый. Ты все написал получше. Я не буду звонить, я не буду ни с кем разговаривать по телефону. Да, бля, почему в Москве? Он что-то отвечает. Я написал какие! Так. Написал купить себе там пальчик, похуй сколько. Бля, Серега! Сука! Все Сереги охуенные мужики, реально! 5 звёзд. Сереги плюс чат. Написал понятно, блядь! Короче. Если ты Дима, блядь, реально, Дима это пиздец. Вот, короче, я тебе каждый раз, когда буду слышать Дима, буду вспоминать чела, который просто отменил поездку, когда попросил у него купить сигареты. Ну, чел, если ты Дима, блядь, это просто пиздец, реально. Быть Дима, Дима, это съебались отсюда с горизонта. Я написал ему, написал, что на фотокарты. Написал я. Он написал... Бля, он еще вообще... Вот он написал просто сразу. Он просто написал одно слово. Какие? Я написал, и он написал. Написал какие, и написал про оплату карты. И он написал просто. Понятно. Все, идеальный это таксист. Просто золотой таксист, это не 5. Ну и? Это просто 2 слова. Какие? Понятно. Какие? Блин, сейчас еще 3 минуты говорила об этих двух словах. И понятно. Сейчас я закончила медшарагу в Казани. Блять, это Серега, это просто. В общем, да. Я случайно попала на 5 лет в Казань. Че, Серега-то? Ой, Серега. Короче, это просто пиздец. Я сейчас расскажу, я сейчас пойду покурю. Привет всем моим одноклассникам. Я сейчас пойду покурю, а потом просто приеду просто... Все плащи, реально. Просто не все герои носят плащи. Не все герои носят плащи. Короче, это пиздец. Я выхожу, стоит Серега, говорит... Сигареты стоили 142 гривны, то есть он вообще не накинул, сказал 142 гривны, этой пачки стоил, он сказал 142, вообще ни на гривны не добавил, короче. И говорит, 50 типа за машину, я ему типа кидаю, там чуть побольше, короче, типа кидаю ему на карту, и такой, все, он дал мне 3 пачки, я такой, ебать, вообще в ахуе, просто иду домой, захожу в квартиру, короче, он мне пишет в Uber. Отмени сам поездку, потому что если отменю я, у тебя спишут деньги. Прикиньте, это пиздец. Он говорит, отмени сам. Uh-huh. Чтобы деньги не списал. Я в ахуе был просто был в ахуе. Ну, я, короче, отменил, но у меня все равно списало деньги, типа, ну это похуй. Главное, прикиньте, мотив. Он сказал, отмени сам, чтобы у тебя не списало деньги. Реально золотой таксист. У меня все равно списало, но это похуй. Вы просто прикиньте, Серега. Серега, это просто парни. Если вас зовут Серега, знаете, вас просто... Это просто реально, Сереги это скрытые ангелы, по-моему. Если вас зовут Сергей, это просто... Это пиздец. Да. Золотой человек. Я реально в ахуе. Ребят, тут пишите, Амина, го петь. Амина, го петь. А где я вам буду петь, если у меня тут тело спящее на ромаку не сидит? Чем могу... Я сейчас вам покажу. Ой. Я не могу петь, вообще ничего не могу, понимаете, метель.
понимаете, какую ошибку он допустил? А если бы, вот, типа, он уснул, а я бы не заметила этого, не услышала, что он храпит, и мне бы, допустим, ну, что-то произошло бы, я бы заорала.